Раствор хлора смертелен для вирусов и бактерий, но безопасен для людей и животных. Вот уже полгода его используют в Самаре для дезинфекции городских пространств. Новые скверны по пересечению улиц Авроры и Аэродромной под пристальным прицелом специалистов спецремстройзеленхоза. Здесь регулярно обеззараживают скамейки, тротуары и спортивный городок. За один раз уходит порядка 6 кубометров раствора. Сквер видоизменился. Жители его очень полюбили. Часто посещают, особенно в выходные дни здесь массовое гуляние, можно сказать, родителей с детьми. Вот, в настоящее время проводится дезинфекция. Мобильные бригады дезинфекторов трудятся по всему городу. Обработке подлежат общественные пространства, остановки общественного транспорта и автомобильные дороги. За один день в каждом районе в порядок приводят от 4 до 10 улиц в зависимости от протяженности. Применяют два раствора хлора. Хлоромет Б и гипохлорид натрия, в который добавляют шампунь Бионорд. В каждом районе, соответственно, есть своя бригада по обработке остановочных площадок. Вот. И также по 3 единицы в каждом районе стоит для обработки проезжей части. Обрабатывается 2, 3, 4 категория улиц. Наиболее часто, где проходит движение общественного транспорта и более часто пешеходный трафик людей. В подъездах жилых домов тоже ведется война с COVID-19. За качество и своевременность дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах ответственность несут управляющие компании ТСЖ или ЖСК. Начиная с 31 марта этого года, когда губернатором было введено постановление об ограничении в связи с коронавирусом, санитарная обработка города проводится практически ежедневно. Единственное, что на это может повлиять, это погодные условия. Запасы хлорамина у предприятия есть в среднем на 10-15 дней и постоянно пополняют. Парки Самары и набережную также обрабатывают ежедневно. Не оставляют без внимания и скверы. Их в городе 139. Дезинфицируют их по очереди. За полгода пандемии уже в 10-й раз. Санобработку проводят и на улицах Самары, причем уже по 12-му кругу, их 635. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, темпы и объемы работ по дезинфекции городских пространств в ближайшее время снижать не планируется. В Самаре по-прежнему действует режим повышенной готовности. И следует соблюдать ограничительные меры, надевать маски и стараться по возможности соблюдать необходимую дистанцию, особенно находясь в общественных местах. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.